Всем привет! Очень много вопросов у меня в директ по поводу моего анализа. Я вам расскажу, почему я решила его сдать. Никаких симптомов заболевания у меня нет, есть только насморк, но это не об этом. Я на днях узнала, что в Куршевеле, откуда мы вернулись, была вспышка коронавируса. И поскольку у меня двое маленьких детей, я решила не рисковать и поехать сдать анализ. Сдавала в Александрийской больнице, но у них полный завал, и у всех анализы они не берут, потому что анализов мало, желающих очень много. Берут только у тех, у кого есть какие-то симптомы заболевания, и у тех, кто вернулся со стран, где есть очаг заболевания. Слава Богу, у меня отрицательный тест, и я желаю вам всем здоровья и терпения. И ответ для тех, кто задал вопрос по поводу маски, почему я ехала в маске. Ребята, я ехала в инфекционное отделение. Конечно, я ехала в маске и максимально пыталась себя обезопасить и брызгала. Я действительно считаю, что такие ситуации не даются нам просто так. Они учат нас снова начать ценить то, что близко, то, что доступно, но то, что мы ценить перестали. Какие-то простые совершенно вещи. Такие как, например, объятия ребенка, любимого человека, совместное приготовление ужина, интересная книга, классный фильм, общение, уборка совместная. Их очень много, но они настолько вошли в нашу рутину, что мы просто не замечаем и не ценим их. В сложные жизненные периоды всегда очень ярко видно добро и зло. Добро — это позитив, это успокоение, это как свет в конце туннеля, это спокойствие. Зло — это хаос, это паника. Это обязательно желание обидеть, подковырнуть, упрекнуть. Я желаю всем вам добра. И старайтесь не обращать внимания, как это делаю я, на зло. Потому что люди, которые его сеют, делают хуже только себе. Они себя этим, к сожалению, уничтожают. Все чаще вы спрашиваете меня, как держать спокойствие во всей этой истерии. Я решила завтра провести прямой эфир в 7 часов вечера вместе с девушкой-психологом и очень интересным человеком Лесей Матвеевой.